Ава, народ, с вами Анестезия, мы продолжаем проходить игру Urban Nightmare. В прошлой серии мы закончили на том, что встретились с Марселем и теперь пытаемся выбраться вместе. Нашу Натали пугает этот славный малый, но на самом деле я думаю, что если он не сойдет с ума, то все будет хорошо. Но учитывая то, что все-таки Натали упомянула это, типа... Он меня пугает и все такое. Значит, скорее всего, может быть, он все-таки поедет крышей. Я опять вдвинула ящик туда, куда не надо. За что мне просто огромный респект. Я до сих пор поддерживаю свое славное имя. Так, что же мне... А, то есть мне можно было так обойти, да? Я думала просто, что этот козырек не даст мне пройти. А это, оказывается, не козырек вовсе, а вход. Наверное, тут специально нет одной елки, чтобы мы выбрались. Куда пойдем? Сюда. Спрыгиваем. Алло. Окно в потолке затянуто металлической сеткой. Ты серьезно хочешь пробить его? Каким образом? Естественно, нет. А, точно, у нас же есть кусачки для металла. Но чё, блин, они настолько офигенные, что прям плотный-плотный металл перекусывают. Я понимаю, что там какую-нибудь проволоку перекусить. Кто-то вырезал на стене несколько квадратов. Скорее всего, очередная загадка. Подсказка записана. Подожди, что за подсказка? Угу. Как интересно. И что же это за квадратики такие? Давайте я лучше сразу сфотаю. И все будет ок. Блин, какого хрена? Чтобы потом просто не лазить туда-сюда. Пойдем дальше. Крышка ящика приварена. Окей. Подожди, а это что такое? Угу. Теперь дверь открыта. Блин, я уж думала, что она будет заперта. Пусто. Подождите, я узнаю это место. Мы попали. Мы попали туда же, где ходила у нас с вами Натали. Серьезно? И что? Так. Так мы сюда ходили. Точно. Что же тогда от нас требуется опять? У нас были еще какие-то места? Да, по-моему, тут было заперто. Может быть, Марсель возьмет что-нибудь, чего не брала наша Натали? Мы-то здесь за Натали бегали. Очень интересно. Но мы не зря, наверное, сюда вернулись. Да, тут действительно были дома, в которые мы не могли проникнуть. Нам теперь нужно найти либо ключ, либо еще что-то. Что они здесь собирают? Погоди, или мы здесь бегали вместе с Марселем? Я что-то уже запуталась. Нет, по-моему, мы все-таки здесь бегали вместе с Марселем, да. Да. И что? А где у нас были квадраты? Вы помните, чтобы у нас тут где-то были квадраты? Если только вот... там только туалет. А где-то была кодовая дверь. Вот она. И чё? Типа, я должна понять с помощью этих квадратов, какой тут код? Я бы не хотела, чтобы все было настолько... тупо. Нет. Так. Я... Нет, эти квадраты явно не подсказка к коду. Здесь мы ничего не найдем. Здесь мы, по-моему, были. Да, здесь мы точно были. Ну, чтобы что-то с квадратами там было. Подождите, а это что? Нет, это не то.
Капец, а что делать? Нам-то наверняка с вами в другую сторону, наверное. А мы сможем забраться? Ща, да, мы должны, по идее, забраться на эту крышу, может быть, и пойти в другое место. Я просто сразу сюда завернула. Нам-то наверняка не сюда. Ага, точно, мы можем попасть через квартиру. Не через квартиру, а через вот это здание. Мы сможем туда забраться, нет? Хм. Куда ж тогда? Если у нас только один путь. Тут нас не пускают. Никак. Я не понимаю. Не понимаю ничего. Та-т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 а. Короче говоря, я не знаю, правильно это или нет, но, по-моему, те штуки на квадратах показывают время. Типа, сначала идет единичка, скорее всего, да? Потом идет какое-то 11, подожди. Нет, 11 это двузначное число. Как же тогда? Что-то я не очень понимаю. Ну, допустим, пусть будет 11, да? Потому что до этого у нас единичка стояла. Потом, что после шестерки идет семерка. Потом опять единичка. Потом пятерка. И опять единичка. Что? Я не понимаю. Ну, скорее всего... Блин. Не, не подходит. Короче, туфта какая-то. Я не знаю, почему. Я вообще так ничего не поняла. Короче, код 214. 231. Вот так вот. Я не знаю, почему, честно. И вообще не стала с этим париться. Пойдем дальше. Я в такие игры играю не ради загадок даже, а ради сюжета. Потому что мне в пикселях нравится сюжет. Если бы я тут сейчас ломала голову, сидела, и так бы и не сломала, я вас уверяю, то прошла бы куча времени, и у меня этого времени, правда, очень-очень мало. В ящиках сложной тарелки столовые приборы. Тут больше ничего нет, да? Сейчас ты опять будешь тупить с этим холодильником, облизнешься, скажешь, что в нем ничего особенного, и пойдешь. В духовке ничего нет. Ладно, тогда пойдем отсюда. Раз тут шарить нечего. Подождите, если мы играем за Марселя, это значит, что мы будем сражаться? Это фигово. Эй, убирайтесь из моего дома. Оу. Нихера себе. Хватит. Спокойно. Все под моим контролем. Под моим. Я опять случайно подставила слово, простите. А, вот и ключи. Значит, мы все правильно сделали. Ты уверен? Я что-то не очень. Натали? Не знаю, каким бы он ни был говнюком, мне кажется, что он это сделал реально зря. Я имею в виду тот мужик. Все в порядке. Только рана воспалилась, и у тебя температура. Ха, студентку медицинского не обманешь. Меня укусила одна из этих тварей, наверное, занесла какую-то заразу. Про лекарства в этой дыре можно сразу забыть, от них будет только хуже. А я не отказался бы от обезболивающего. Глянь-ка, это же та сука. Какая? Подожди минутку, я сейчас... А, та рыжая, что ли, к которой ты приставал? Ой, что-то мне кажется, что ему на этот раз пипец. А-а-а, мац-мац, это тень! Тебе ведь хочется быть такой, как Марсель? Он бы себя в обиду не дал, он кого угодно поставит на место. Они этого заслуживают. Почему меня никто не любит? Почему они мне не помогают? За что так относятся ко мне?
Ты бы хотела отплатить им той же монетой? Нет, я бы не смогла. Лжешь? Сколько раз ты хотела отомстить? День за днем представляла, как отправишь ей за... отплатишь ей за все обиды. Откуда ты знаешь, кто ты? Та, кто ближе к тебе, чем ты думаешь. Я не верю тебе. Об этом не знал никто. Хватит разговоров. Пошли. Может быть, это какой-нибудь мстительный дух? А, я имела в виду, что мстительный дух, который именно ее, который это ее злоба, ее обида и все такое. Нет. У этой тени прическа другая. Отпусти меня. Чего ты от меня хочешь? Я просто дам тебе один совет в виде исключения. Ты тогда почувствовала эту границу, правда? И знала, что ее не стоит переступать. Но ты все равно шагнула через нее. Там голоса. М? Я нашел Йозефа, он лежал без сознания, со сломанным плечом. Это их рук дело. Кажется, они вообще ничего не боятся. Что же нам делать? Мы и так слишком долго терпели, это пора их остановить. Ты прав. И я согласен. Что ты предлагаешь? Нужно выследить их, а когда найдем? Когда найдем, просто убьем этих ублюдков. Я же говорю, они зря это сделали. Но тут, в принципе, выбирать особо не приходится. Ты чё, совсем? Знаешь, что это был за звук? С таким звуком обычно ломаются обе берцовые кости в голени человека. Нет, пожалуйста, не надо. Что я слышу? Сперва ты спускаешь на меня своего пса, у которого в пасти столько микробов, что теперь у меня вся рука вспухла. А потом делаешь вид, будто ничего не случилось? Нет, таких шуток я не понимаю. Ты так просто не отделаешься? Пожалуй, будет справедливо сломать тебе и вторую ногу? Но, Марсель, успокойся. Марсель. Кристина? Кристина? Твоя девка? Постой. Что здесь делает Кристина? Ее не было с нами. В самом деле, Кристина, что ты здесь делаешь? Ты пошла сюда за мной? В эту вонючую дыру? Совсем с ума сошла? Волнуешься за меня? Я всегда о тебе волнуюсь. Ты же не в состоянии сама о себе позаботиться. У нее рука забинтована. Что у тебя с рукой? Кто тебя тронул? А ты не помнишь? Что? Он ее бил? Я все объясню. Очень надеюсь. Я прихожу домой, ничего такого не жду. И что я вижу? Моей девушки нет дома. Где ты была? Я... Ну нихера себе, ты что совсем? Я спрашиваю, где ты была? В городе, с подругой. С какой подругой? Я позвоню ей, так что даже не думай врать. Со Стефани, я не вру. Почему ты мне никогда не веришь? Да, видимо, потому что он по себе судит. Обычно такие проблемы, знаете, это называется у кого что болит, и это реально работает. То есть, если у вас сильно ревнивый мужик, скорее всего, он сам склонен ходить налево. Ну, хотя, это очень, ну, тоже спорный вопрос. Но чаще всего так и бывает. Кристина, пойми одну простую вещь. Ты моя единственная и самая любимая. Все, что я делаю для твоего же блага. Поэтому, пожалуйста, слушайся меня. Я не запрещаю тебе гулять со Стефани. Просто предупреждай меня заранее. Все ясно? Да. Я не запрещаю тебе гулять со Стефани, но ты просто должна понимать, что если придешь домой, тебе пизда. Вот так вот. Все ясно? Да. Причем он об этом, походу, забыл вообще. Прости, я тогда вспылил. В следующий раз? В следующий раз? Но я не хотел. Я всегда очень волнуюсь за тебя. Почему бы тебе просто не делать то, что я говорю? Да, за нее надо волноваться с таким парнем, который ее бьет. Оу. А, у них еще и у каждого своя тень. Так может быть, он вообще ее забил на мясо? Хватит с меня твоих сказок. Единственная и самая любимая. Как машина? Как лужайка возле дома? Как твои солдатики, которыми ты так гордишься. Ты даже не понимаешь, что я человек, а не вещь. Вот именно. Я должен был понять, что здесь не могло быть Кристины. Ты, стерва, почти обманула меня, но только почти. Ты за это заплатишь.
Кристина, может быть, и умерла. А это еще кто? А, ясно. Он заметил меня? Черт, учитывая, сколько тут коробочек, я чувствую, мне сейчас придется прятаться. Наверное, нет, иначе он бы уже бежал в мою сторону. Твою мать, только не прятки. Я, что мне делать? Я не могу пойти назад, там меня ищут, но они скоро придут и сюда. Мои ноги как ватные, я не могу бежать. Куда мне идти? Если он увидит меня, то убьет. Не хочу умирать. Надо взять себя в руки, проскользнуть мимо, чтобы он меня не заметил. Здесь много ящиков, за ними можно спрятаться, но... Грёбаный стелс. Ненавижу. В ближайшее время меню будет недоступно. Ну, понятное дело. Хоть сохраниться дайте, и на том спасибо. Ага, зашибись. Это как, знаете, как в этом... как там называется-то, господи, уже полуночный экспресс, то же самое. Так как я буду тут бежать? Интересно, я бы смогла пробежать позади него? Он назад вообще не смотрит. Он вообще как-то очень странно смотрит. Ай! Сюда, здесь кто-то есть! Да твою мать, патрульный, недопатрульный, как мне тебя пройти? Ей, тут еще и скинхеды есть. Вот скинхедов я еще тут не видела, да. О, да. Тебя, конечно, тут хорошо нагнули. Гамовер! Я реально не знаю, как надо будет это все проходить. Очевидно, что пытаться пройти его сзади — это очень плохая идея. Потому что меня заметит не он, а кто-нибудь другой. Он вообще сначала смотрит влево, да? Всегда причем. Ага. Да блин, какого хрена? А как? Вот как мне пройти? А, то есть я еще и могу убежать? Серьезно? Я, то есть они мне дают убежать? Я не знала об этом. Ну, если так, может быть, мне даже и не придется прятаться, я могу их просто сагрить и свалить. Тем более, что они ходят вроде как не так уж быстро. Ну, хотя это, наверное, очень маловероятно. Ну, попробуем, да? Давайте, идите за мной, солдатики. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отлично. А-а-а! Вот блин. То есть, по сути, я, может быть, даже и правильно сделала, да? Хотя хер его знает. А, отлично. Здесь нет замка, я не смогу закрыть за собой дверь. Как интересно. Эта дверь тоже не закрывается. Прекрасно. Дверь заклинила, твою мать! А, я, походу, так не пройду, да? Скорее всего, надо будет реально как-то от них прятаться. Надеюсь, я сохранилась на другой слот. По-моему, я сохранилась на тот же. Во, я умная Машка, писец. Серьезно, а как я тогда буду проходить? Здесь нет замка, я поняла. Да беги ты уже налево, направо, куда угодно. А, ты можешь, наверное, да, вот так. Может тебе спрятаться куда-нибудь? Хотя нет, мы уже помним, чем заканчивались твои прятки в шкафу. Ай. Ага. Отлично. А, так я не могу.
Ну ладно, давай тогда на 14. Там просто больше 15 файлов вообще нет. Так, сюда ты не выходишь, тебе надо вот сюда. А, поняла. Да ёперный театр, отвалите вы от меня. Они меня даже не поймали. Что за хрень? Ох, так. Ее уже убили, блин, всеми возможными способами. Ладно, тогда пойдем скорее, не будем задерживаться нигде. Поднимайся! Куда бежать? Что делать? Ничего не понимаю. Может быть, когда ты их агришь, у тебя вообще нет возможности от них убежать? И они в любой момент за тобой могут сорваться? Типа... Может, мне надо просто дверь подпереть? Или что? Я тут больше ничего не вижу. Тем более, времени мне дается не так уж и много. А, нет, смотрите. Тут дело не во времени. Тут дело в том, что когда ты уже туда подходишь, срабатывает скрипт, они оттуда выбегают. Значит, надо выбрать какой-то другой путь. Какой? Я без понятия. Давай осмотрим тогда это получше. Тут у нас... Ты не перелезешь. Коробка не трогается. Эта коробка тоже не трогается. Что ж тогда делать? Может, мне надо что-то там забрать? Угу. Дверь уже не открывается. Что тогда? Что-то я не очень понимаю. Короче, я не знаю, сейчас сработает или нет, но мне надо вот сделать вот так. Вот. Но мне до сих пор, кстати говоря, меню недоступно. Что, в окно залезать или, может быть, вот сюда? Ну, сделай же что-нибудь. А, тут есть здание. Я даже не заметила. Пойдем. Я думала, они из окошек вылезали. Теперь-то мы можем... Да господи, ты чё такая... Неповоротливая дура! Взяла! Тут тебе надо действовать аккуратно! Интересно, тут они могут откуда-нибудь зайти? Думаешь, это хорошая идея? А что будешь делать, если они войдут с другой стороны? Вы одна из них? Кто знает, кто знает? Не могу тебе ничего обещать. Это та самая тень? Нет? А, нет. Это вообще какая-то девка. Давно не видела тебя, Натали? Откуда вы? Нет, постойте. Она выглядит такой знакомой. О, это же не... Сара? Йоу! Сара, которая нас била. Точнее, издевалась над нами. Как она здесь оказалась? О, здравствуйте. Я уже думала, что все бросили меня. Мы, наверное, все так думали. Люк, скажи, кто из нас сошел с ума, я или весь город вокруг? Весь город. Ты ведь тоже видела это, монстров и тени, и людей. Кажется, здесь все сошли с ума. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Этот район занимает не больше пары кварталов. Почему тогда мы ходим здесь уже несколько часов? Потому что они не хотят, чтобы мы ушли. Они? Я не знаю, кто именно. Тени или монстры, а может быть, эти странные люди. Я правда не знаю. Но я уверена, что есть причина, по которой мы тут застряли. Может быть, они не отпускают нас из-за поступков, которые мы совершили в прошлом? Что? Мы ведь попали сюда случайно. Я в этом не уверена. Я даже не знаю, есть ли вообще отсюда выход. Ну, это уж слишком. Нет, я понимаю твои чувства, я сам иногда сомневаюсь в своем рассудке. Я не могу объяснить себе ни что это за тени, ни что это за монстры.
Я вообразил их себе, или они существуют на самом деле, я не знаю. Но, конечно, отсюда должен быть выход. И я найду его. Люк, постой. Переключайтесь между Люком и Софи с помощью кнопки 1. У каждого из них есть свои способности. Люк умеет ремонтировать электропроводку, а Софи залазить на высокие места. Неплохо. Такого еще у нас не было. Вообще нигде. Я тут нашел пару игрушечных раций. Возьми одну, чтобы оставаться на связи. Так, и что? То есть, они будут ходить по одному, да? Ну ладно, давай поиграем за тебя, допустим. Оу, тут света нет. Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Похоже, что здесь отключили электричество. Отключено. Капец. Вот и именно тогда, когда у нас появился электрик. Совпадение? Не думаю. Объявление о проведении каких-то встреч. В ящике ни хера нет. Ну-ка, забирайся. Ну, забирайся же. Здесь ящик с инструментами. Они бы мне не помешали. Можешь скинуть его вниз? Сейчас, погоди минутку. Хочу посмотреть, что там внутри. Софи! Тебе было так сложно скинуть инструменты? Здесь кто-то есть. Это же тот мальчик. Боже, его нога. Тебя нужно сейчас же отвезти в больницу. Как она могла так воспалиться? Это ты виновата. Нет, я же не... Ты ее не забинтовала. Но у тебя не было чистого платка. Просто тебе на всех плевать. Ты хотела уйти поскорее. Ты думаешь только о себе. Неправда, я пыталась тебе помочь. Пойдем, я отведу тебя к родителям. А? Я уже не понимаю, где реальность, а где нет. Возможно, может быть, этот пацан существовал для того, чтобы ее наказать. Может быть, кому-то она не помогла. Все в порядке, на тебе лица нет. Да, наверное. Я видела что-то очень странное. Дверь заперта. Объявление. А, ну да. Здесь мы были? Нет, здесь мы не были. Что это? А, это от света токен? Или что? Почему этот дурацкий лифт не едет? Потому что тут надо что-то ремонтировать. Лучше я не буду это трогать. Давай тогда позовем Люка на помощь. Лифт не работает. Кажется, в сеть не поступает электричество. Я должен решить этот вопрос. Так, не работает генератор. Если я починю его, лифт включится. У тебя есть инструменты. Но нам пока не предлагали их брать. Дверь заперта. Так, может быть, в нем что-то есть? Нет? Это у нас гараж? Ух ты, гараж. Зачем нам нужна зачем нужна пожарная машина в месте, где даже нет нормальной дорожной сети? Чем больше я об этом думаю, тем меньше вижу в этом смысла. Тебе надо вот это вот? Нет, не надо. Угу, взять шланг. Автомат для продажи еды. Тебе он нужен? Крышка прикручена крупными болтами. Я-то думала, здесь будет заперто. Ага, газовая горелка. Не знаю для чего, но для чего-то. Служебный распорядок. И дверь заперта. Ладно, что мы будем делать с этими вещами, которые мы нашли? Тут наверняка же есть еще что-то. О, здесь нужна Софи. Наверное. Жди, попробуем упороться. Че, серьезно? Серьезно, по шлангу спуск? Ну хорошо, ладно. Почему бы и нет?
Внутри кто-то сжег старые бумаги. В ящике лежат что-то там, печатная машинка или что. Винты, которые держат пластину, сильно проржавели, но еще не настолько, чтобы снять их вручную. Слишком опасно делать это без спецодежды. Без спецодежды? Ага. То есть тебе еще надо где-то найти спецодежду. Мне почему-то кажется, что ее надо найти где-нибудь здесь, нет? Нет, тут никакой спецодежды. А, бери пожарный костюм, алло. Ну, я, конечно, понимаю, что это очень глупо, но все равно. А где нам найти одежду, которая подошла бы? Тут у нас заперто. Подожди. Я, правда, не очень понимаю. Нет, нет, не подойдет. Надо вызвать сюда нашу Софи. Она у нас заберется на эту штуку. И там что-нибудь найдет. Ну давай. Эй! Тебя мне дали, потому что ты умеешь лазить по таким уступам. Почему ты завредничала? ВТФ. Ну, на эту херню ты точно не прыгнешь. Хм. Что ж тогда мне хочешь сказать, сделать? О! Отлично. Распределительный щит. Я не знаю, как с ним обращаться. В шкафу лежат коробки с гвоздями и шурупами. Сломанные грабли и другие куски разбитого садового инвентаря. Тут больше ничего нет. На крышу-то не заберешься. Ну-ка, люк. Скайуокер. Пойдем. Софи должна встать перед входом в темную комнату, чтобы сказать мне, включился ли свет. Пойдем, Софи, в темную комнату. В какую из? Тут их, по-моему, две. Тут? Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Да-да-да, но мне нужен, чтобы... Да, ну, нет. Перед входом в темную комнату, чтобы сказать, не включился ли свет. Ты должна постоять, понимаешь? Или ты должна прийти в эту комнату? Хм. И что с этого? Я уже пыталась. Может, тебе встать типа перед окном? В окне-то всяко будет отражаться свет. Ё-моё, ну в чё? Вот, я нажимаю один и бесполезно. Короче, ребят, давайте мы с вами на этом закончим, продолжим в следующей серии. А пока что всем спасибо за внимание, с вами была Анастасия, всем удачи, всем пока.